Щербіра Русія, братя! Всем привет, на связи Раиль Арсланов и канал Хижина Музыканты. Сейчас будет новый выпуск баяниста в иностранной чат-рулетке. Посмотрим, что же думают иностранцы по поводу России, там было много интересного. I kinda hate Russia. Перед просмотром обязательно поставьте лайк и послушайте мою новую песню, которая вышла прям сегодня под названием «Беззаботное лето». Беззаботное лето, 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 и до рассвета, где-то, где. Песня доступна на всех музыкальных площадках, обязательно добавьте к себе, отправьте друзьям, снимите какое-либо видео в рилсы, я обязательно отрепощу. Пусть это лето будет особенным и запоминающимся, а трек «Беззаботное лето» станет саундтреком к нему. Поехали. Hi! Enjoy the meal? Molly, Molly. What? Do you know what is it? Don't skip, please. We can talk, or I can play for you something. Well, I'm a musician. Oh, I swear, harmonica, radito. Harmonica, yeah, yeah. It's just for you. Listen. I know Eminem. Yeah, Eminem. And you? Where are you from? Serbia. Serbia. Oh, you know a little Russian? Бывало ли в России? Did you was in Russia? No? You? No, I never been to Russia. Ah. Never. Never. Do you think bad about Russia? No. Serbia, Russia, братья. Yes, of course. You student? I am. Dancer. Mechanical school of engineering. It's but cool. I go Bram. I dispatcher. Dispatcher? Бадам-бадам. Друзья, на самом деле, если бы я не стал профессиональным музыкантом, как вариант, я бы рассмотрел профессию IT-специалиста. На айтишниках держатся многие сервисы и платформы, у них высокие зарплаты, и они буквально создают новый мир будущего. Но есть проблема в IT-десятке профессий, и как понять, какая подойдет мне? Решение есть. Бесплатный профориентационный онлайн-проект IT-рентген от SkillFactory. 7 июня на онлайн-эфире вы вместе с экспертами погрузитесь в 5 IT-направлений от разработки до Data Science. Вам честно расскажут о процессах, деньгах, перспективах и плюсах и минусах этой сферы. Вы узнаете, какая профессия в IT вам подойдет больше всего, исходя из ваших талантов и интересов. Еще один плюс, в эфире пройдет розыгрыш сертификатов на обучение, так что не упустите этот момент. Представьте, более 150 тысяч людей нашли свое место в IT благодаря этому проекту. Так что регистрируйся по ссылке в описании или сканируй QR-код и погнали смотреть. Everything's gonna be alright. Hi. Hello. Let's speak a bit. Whatever. Are you playing the music? Yeah, of course. It's a musical instrument. I wanted to play something. Is it possible? Yeah. Do you like? What do you like? To be honest, just sincerely, I've seen you on the TikTok and YouTube as well. Oh, where are you from? Я из России. Вот это поворот! О, нифига ты так хорошо говоришь. Да. Потрясающие тиктоки, правда. Я все смотрю. Конечно, в тикток я уже не снимаю, но... Не ты снимаешь, тебя снимают. Я просто тебя случайно увидел, вообще случайно, зарегистрировал Омега, зашел, увидел тебя, и офигел, и ты меня скипнул. И я начал искать тебя. Я тебя нашел. Красава. Скажи просто, а ты откуда? С какого города? Из Казани, а ты? В Казани, да, я из Тюмени. Ну, в принципе, близко, но далеко. Я просто, честно, поражен твоим контентом. Дай бог тебе удачи. В принципе, мне больше некого искать. Если я буду в видео, буду очень благодарен. Но если нет, то нет. А ты чем сам занимаешься? Английский? Я переводчик. Переводчик, ну, of course, как говорится. Английский, немецкий, арабский. Поэтому... Ты путешествуешь немножко? Да, люблю. Есть? Кайф. Я вот очень с Египта люблю. Вернулся. Из Египта? Шарм-эль-Шейх? Каир? Хургада и Каир, да. Хургада, Каир. Конечно, конечно. Ты же шаришь там как раз на этом языке, да, общаешься?
Да, да. Это как раз-таки литературный язык, арабский фусха. Она разговаривается именно в Египте, соответственно... Вообще легко, да, их понимать? Да, да. Это самый приятный арабский язык, это египетский язык. Последнее, все, я клянусь, последнее. Я сам по национальности азербайджанец. Мне интересно, что-нибудь можешь исполнить или нет? Не дошел до этого, если честно. Не дошел. А что-нибудь восточное, может быть, знаешь? Восточное? Только... Нет, татарское знаю. Без разницы, я люблю татарскую музыку. Махаббатның күлләрендә син ялгызаш. Уйлыйсыңдыр язмышларда бар дип ялгыш. Язмышларны ялгышларны вакытлар юа. Һәр нәрсәне һәр кешене урынына куя. Сиңа оттап язган җырым бер барым җиттер. Шуннан бәлки тылып торган уйларым китте. Жырларымны кот-кот тыңла, барсың да оңла. Сиңа айты сүземнің барсың барында, барында. Сказал словами великого классика. Кефтеме. Просто правда. Бархатный баян. Не бархатные тяги, бархатный баян. Бархатный баян. Слушай, а ты можешь что-нибудь на арабском сказать? Конечно. Айна атахадасу фи лугат ларабия. Хада джайд джиддан. Миталь. Ва ана ухиббука ан мудакафа русия. Миталь. Ну, очень много всего интересного. Арабский язык очень красивый язык. Что сказал? Я говорю, я изучаю арабский язык, очень люблю русскую культуру, вот. Поэтому я тебе желаю тебе только удачи. Спасибо. А сколько тебе лет-то? 20, и уже знаешь языки, офигеть. Блин, ну, классно пообщались. Рад знакомству, да. Жди тогда ролик. Ура, буду звездой. Давай, пока. Классно, спасибо. Давай. Hello, girls. Hello. Do you know what is it on my hands? Yeah, yeah. That thing. This? Nice, where are you from? Australia. Australia, oh, so far. Where are you from? Try to guess. Russia. Oh my god, how so fast? Stop. It's unbelievable because people usually very long try to guess. I'm just good with accents, you know. You're really clever. can you sing us a Russian song? Yes, I can sing my own song. I write too. This about the summer, a new song. Давай прям как в детстве забьем на дела. Будем просто гулять с ночи до утра. Беззаботные дни утекут как вода. Но улыбки друзей не забыть никогда. Беззаботные лето, лето, лето. И до рассвета где-то, где. Беззаботные лето, лето, лето. И до рассвета где-то там. Something like that. Sounds so good. What's your name? Raïl. My name is Raïl. Raïl. What about my songs? You can find my songs. Yeah. Spotify? Spotify or in Apple? Yeah. Arslan. Arslan. Found it. Yeah, it's me. Nice. You can listen to my Russian songs if you want. Yeah. Thank you, girls. See you soon, maybe. Okay, bye. Hi. Hi. What are you doing? Nothing new. I'm playing music. And where are you from? Where do you
from? Where I'm from? I'm from Georgia. You? I'm from Russia. Yeah. Oh, Russia. Yeah, maybe you know some Russian words? Not really, but I kind of hate Russia. Yeah, you can't blame me for hating Russia, right? What? Don't play? You can't blame me for hating Russia. Yeah, it's your choice. Yeah, kind of. I'm just trying to learn new Russian now because, you know, you have to know your enemy's language. Nice, bro. What song is it? It's Remo Flute. Search on YouTube, Remo Flute. Ah, Remo Flute. Okay, I will check it. It sounds like Tatar music, like this. Thank you. You do beatbox also? Yes. Oh, hi. Do you know what is it in my hands? Oh, shit. No. I know this. I've seen this. Yeah. I've seen this from Dr. Dre. Dr. Dre? Yeah. Ah. Yeah. Okay. 1 second. Maybe like this. Cool. Thank you, girls. Oh. 1 second, I have this thing. Do you know what is it? Oh my god! Oh my god! Russian, do you know this? Катюша. Yeah, Катюша. Катюша, да. Да, You know it. I do. Если честно, ролик был очень тяжелым в реализации, потратил на него больше 8 часов съемок, а половина из них пустой экран, то есть людей не находят, сайт нормально не работает. Надеюсь, вам понравилось то, что было сегодня. Обязательно поставьте лайк, напишите в комментариях, кто вам понравился больше всего. И обязательно послушайте мой новый трек «Беззаботное лето» на всех музыкальных площадках по ссылочке в описании. Если слушаете в Яндексе, обязательно поставьте лайк моей страничке и песне. А в моем телеграм-канале сможете выиграть даже 2 гитары Крафтер, поэтому участвуйте. Увидимся, пока!